подадим на конференцию публикацию материал через сервис EasyChair. EasyChair – это один из сервисов организации конференции, достаточно старый, достаточно популярный. Он коммерческий в связи с тем, что стали появляться новые сервисы конференций. У него возникли ограниченные бесплатные планы. Стал он более дружелюбный по ценам и так далее. Но это вот один из сервисов, которые можно использовать для конференции. Значит, на сайте конференции у нас пишется, что делается по IOP, IOP Conference Series. Там шаблон, естественно, вордовый и шаблон латеховский. Давайте мы перейдем на EasyChair. Тут нужно, естественно, залогиниться или свой логин сделать. Вот у нас перекинуло сразу на конференцию, организованную именно на ту, которую мы собираемся подать. Давайте создадим submission новый. Значит, вот информация, e-mail адреса тут только для того, чтобы общаться с авторами. В принципе, вот эта статья, три автора. Давайте я себя поставлю последним. Вот добавлю себя. Вот у меня все записано. Так. Добавили еще одного автора. Другую почту сделаем мася и написать на нее все равно никто не будет. Значит, и тут добавим почту, скопируем сюда Russia, организация. Это информация для переписки, поэтому особо на нее налегать смысла нету. Название, ну, отсюда прямо копируем. Абстракт. Это чтобы переносов не было, убираем в виде одного абзаца. Так, сгенерился абстракт, киворды. А у нас они есть. Keywords. Вставим сюда. Вставили keywords. Как минимум три keyword должно быть. Дальше файл закачиваем. Так, вот под ioconf submission файл. Submit, и он загружается. Все, он файл загрузился, и submission отправила.
Тут мы можем изменения в submission сделать, обновить файл, обновить авторов, обновить информацию. Ну вот, собственно, все. Вот достаточно простая операция отправки в EasyChair.